Привет, друзья! Сегодня на повестке дня отличная тема, называется Avacoin. Эта таплка, она как первопроходец появилась сразу же, прям после ноткоина. В чем ее плюсы и минусы, я сейчас расскажу в видео. Обязательно смотрите ссылочки в описании, потому что там я скидываю все таплки, все майнеры, которыми можно воспользоваться и зарабатывать. И самое интересное, что, конечно, нужно подписываться на канал и смотреть видео до конца, потому что я очень много интересного расскажу про нее. Ну давайте, ребята, погнали. Смотрите, первая какая интересная затея у этих ребят была, то что, набрав 400 вот этих монеток, 400 раз вот так вот нужно натапать, мы получаем, вы прикиньте, что, грамм золота, который равен 75 USDT. Они реально говорят то, что можно его будет прям продать. Ну, раз можно, значит можно и попробовать, правильно? Почему бы этого не сделать? Вот я и тоже так считаю. Короче, то же самое, как и везде, есть бусты, есть сообщество. Конечно же, как и везде, можно приглашать друзей, получать за это бонусы, однозначно. В профиле он говорит мне о том, что вот, видите, 400 монеток равно 1 грамм золота. Когда произойдет, надо будет обязательно проверить, посмотреть, все ли реально это работает. Ну чтобы он, понятное дело, не обманул и, соответственно, все сказал. Это большой плюс, потому что, по сути, ну, ты можешь получить совершенно бесплатно, нажимая на монетку каждый день. 1 грамм золота 75 долларов, это 7500 рублей. Ну, в принципе, неплохо. Какие минусы? Да то, что один раз нажимать только можно, один тап, одно нажатие, и бустов нету, чтобы прокачать, представляете? Грубо говоря, вот как есть 750 энергии, 7500 точнее, и вот тапаешь целый день, там, ну, по 15 минут, по 10 минут, я думаю, что хватит натапать. Сколько можно в день? Раз, да, всего лишь один раз 7500 ты тапаешь, все, в сутки дается только такое число. И по сути, наверное, где-то примерно математическим подсчетом, таким, знаете, особо несложным, можно рассчитать, что примерно 55 дней нужно для того, чтобы натапать 400 этих самых монеток. Ну, если приглашаешь друзей, конечно, больше, ну, соответственно, где-то 55 дней. За 55 дней 7500, я прекрасно понимаю, что можно, я не знаю, уборщицей заработать больше, но это же мы не тратим физическое время или умственный какой-то труд, психологический труд, да, какой-то. Это просто какая-то определенная игра, где ты каждый день заходишь, тапаешь, ну и, в принципе, получаешь определенные монетки. И я думаю, что если набрать несколько игр, а именно я наскидывал там около 15-20 таких монеток, можно, я думаю, неплохо подзаработать. Вот и все. Конечно, они, короче, говорят, что можно таб-бота купить за 30 долларов. Ну, не советую, но потому что, ну, что такое? Нажал на него, он тебе все сделал, и, в принципе, ну, и все. И ты такой больше ничего не делаешь. Зачем деньги тратить? Давайте нормально зарабатывать без вложений. Так что, ребята, смотрите, тема крутая. Я о них рассказываю и показываю, и мы это обсуждаем. И я считаю, что нужно пользоваться, смотреть мои видосики, я часто выкладываю новые, и зарабатывать деньги. Всем пока!